Привет, дорогие друзья! Меня зовут Кудряшова Анна. Я художник-акварелист и преподаватель Doodle & Sketch. Сегодня вместе с вами я хочу нарисовать красивый летний пейзаж. Конечно же, там будет присутствовать и вода, и лодки, и даже горы. Ну что, давайте приступим. Раскрываем свои краски и берем любимые кисточки. Вся контрастная и теневая часть на воде, она расположена перед вами. То есть это более обширное покрытие происходит у нас, и, соответственно, текстура здесь более мягкая. При построении рисунка, конечно, стоит уделять внимание форме лодки. То есть мы понимаем, что вот эта часть она будет шире, да, чем эта. Если слишком плотно получилось, ничего страшного, смочите кисть, промокните ее и снимите излишки. К дальнему плану мы вернемся уже позже, когда будем работать более контрастно, добавлять каких-то деталей. Пока у нас не подсохло, я хочу еще набрать тон вот здесь, так как у нас здесь отражение. Рябь на воде усиливается, да, то есть больше контрастных вот этих линий, более тонкие они. Вот стараемся тоже передавать это ощущение. Смягчаю границу в нужных местах, там, где у нас слишком получилось грубое, где волна должна оставаться мягкой.